Приветствую тебя, друг. Перед этим видео хотел бы тебя попросить подписаться на канал и поставить лайк. Таким образом, ты поддержишь мои ролики, и я буду снимать их, обещаю, очень часто. Это видео очень полезное для тебя будет наверняка. Как же убрать на айфоне функцию такую, которая называется Т9? Не раз вы стыкались, когда пишете смс-ки, вас iPhone выправляет и пишет какие-то другие слова, которые вы вообще не хотели бы отправлять человеку, и потом приходится его переписывать. Значит, что для этого нужно, чтобы отключить этот Т9? Значит, находим функцию настройки, у нас нажимаем на настройки и спускаемся вниз. Затем находим основные, да, и опять спускаемся вниз, ищем клавиатура. Клавиатура. И вот здесь необходимо с вот этих всех функций отключить две, а именно автокоррекция и предиктивный набор. Вот эти две вот функции мы отключаем, и у вас Т9 больше на телефоне не будет появляться, что очень-очень удобно и очень классно. Сам столкнулся с этой проблемой и решил вам обязательно снять видео. Кому понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, помог ли я вам. Всем пока, до новых встреч. Вот так вот просто и легко убирается Т9 с любого айфона.